Второй матч в этом сезоне проведут между собой «Динамо» и «Челябинский трактор». Дугин. Экс-игрок московского «Динамо». Хороший момент сейчас возникает. Шайба на пятаке, но Марсель Шолохов не смог добить шайбу ворота Александра Еременко. Сейчас защитник «Динамо» должен подать клюшку своему вратарю. Макаров. Вот передача на пятак. Потеряли «Динамовцы» шайбу за своими воротами. Передача от борта. Закрисан. Брюквин. Бросок с острого угла и в штангу. Шайба попадает после броска Владимира Брюквина. Вот он. Момент у московского «Динамо» возникает уже на последней минуте первого периода. Горлицкий по правому краю уезжает за ворота. Взял передачу некому. Вот сейчас увидел он Хиетанина, который на пустом льду оказался. И Хиетанин, получив передачу от Горлицкого, нанес бросок воротам судьи. А вот сейчас контратака московского «Динамо». Горлицкий убегает к воротам судьи на бросок. И в перекладину шайба попадает. Это да, вот это момент, и еще будет удаление у трактора. Горлицкий, Гиндершес на пятаке пытается открыться. Горлицкий, передача, бросок Шипачева. Судница успевает переместиться к дальней штанге. Клинкин сейчас рвется к воротам Еременко. Смещался в центр, но шайбу потерял. По левому краю Шипачев, бросок. Шайба в ловушке у Александра Судницын. Шипачев. Горлицкий. Передача на пятах. Хиетанин подставляет клюшку. Опережает он в борьбе защитника трактора, но Александр Судницын вовремя. Исаев подключился к этой атаке, защитник трактора. Передача на пятак, бросок и гол! Антон Глинкин открывает счет в этой игре. Ну и у нас все очень похоже на то, как развиваются события по сравнению с первым матчем между этими командами. Только тогда Александр Берксон в большинстве, сейчас Антон Глинкин в равных составах. Вколачивает шайбу у ворота Александра Еременко с близкого расстояния и забрасывает свой шестой гол. Горлицкий. Передача на дальнюю штангу. Здесь рикошет, но в створ ворот шайба не попадает. Алексей Тертышный и его команда забирают два важнейших очка у московского «Динамо». И трактор набирает 58 очков после 60 игр.